Я здесь. Так. Стой, стой, стой. Поднимем немного вибрации. Нет, кажется, надо еще поднимать вибрации. Не расходимся. Сейчас будут новости эзотерики. О, неужели надо еще поднимать вибрации? Ладно, еще только чуть-чуть. Все, моя желудевая шапочка здесь. Окей, надеюсь, я сегодня буду в фокусе, потому что эта камера иногда решает, что не нужно мне быть четкой. Так, что еще из не относящегося к делу? У меня появился стакан из фикс-прайса, и он очень нагревается. Вот же. Нормально. Чаек заварился. Можем начинать. Итак, новости эзотерики. Давно их не было. Накопилось их здесь. Сегодня пройдемся по нашим любимым богиням. Ради русских. Вернее, она не богиня, она у нас теперь дракон. То ли дракон, то ли Майтрея. Мы сейчас узнаем точно. У нее меняются периодически видения. И Кассиопея наша отжигает. Актерская организация ченнелерская. Общаются они, тоже у них меняются показания. Раньше они общались в основном с Межзвездным Союзом, теперь они общаются также с Галактической Федерацией Света. Когда-то эти две организации враждовали. Самые первые ролики о Кассиопее своей я помню. И запомнила я тот момент, что там есть Межзвездный Союз и есть Галактическая Федерация Света. И у них есть какие-то нестыковки. Но, видимо, времена сложные, Землю все-таки хочется поделить и колонизировать, и вот они начали как-то сотрудничать. Но вот Ирина стала контактировать из Галактической Федерации Света. Я так понимаю, Ирина наша может контактировать с кем угодно. Ну ладно, давайте тогда с них и начнем, раз так меня понесло туда. Будет тогда у нас Ирина, потом Рада Русских, наш дракон, дракон Майтрея. Она была богиней у нас или не была? И продолжаем отмечать День психического здоровья. Посмотрим что-нибудь от психиатров или я чего-нибудь расскажу из своего, потому что я теперь хожу к психоаналитику. Изнутри смотрю на эту всю кухню. Так вот, что там у Кассиопеи? Помимо того, что они теперь контактируют из Федерации Света, также некоторое время назад от них ушел их главный пиарщик, Владимир, не тот Владимир, а пригородный. Меня зовут, кто не знает меня еще, Владимир Гольштейн. Нахожусь я в пригороде Чикаго. Для чего все это нужно инопланетянам, нашим создателям? Так они создавали нас как своих не просто полноправных помощников, а лучшее такое племя, лучшая раса. Создавали нас как гибридов нескольких цивилизаций, чтобы мы лучшее вобрали в себя. Тот Владимир, я так понимаю, по мнению Кассиопеи, за ними следит, как и спецслужбы, и государство. По мнению Кассиопеи, государство очень заинтересовано в их проекте, следит всячески за развитием их проекта и не хочет, чтобы их проект развивался. Очень достаточно тяжело находиться в проекте, который многие считают шизотеричным проектом. Я прекрасно понимаю, как государство на нас смотрит, и как руководитель этого проекта стараюсь, конечно же, гармонизировать. Так вот, был у них раньше пригородный Владимир, преданный пиарщик и поклонник Кассиопеи. Проект Кассиопея, к счастью, привлек внимание очень серьезных средств массовой информации. Была и программа Малахова, Андрея Малахова, снятая как раз вот приглашением Ирины Подзоровой. Мне лично, совершенно лично, но не совершенно лично, а еще когда у меня был WhatsApp, он говорил, что я верю в Кассиопею совершенно искренне и верю, что это проект будущего, Владимир говорил, пригородный. И что у нее такие перспективы и вообще такое мировое влияние. Чуть ли не еще одна какая-то конспирологическая глобальная организация, контролирующая весь мир, создается. И хотел он у меня узнать, как я отношусь к Кассиопее. Я говорю, ну, я не такой вибрационный человек, я ко всему отношусь. Я на все стараюсь смотреть отстраненно. У меня такая вот профдеформация социально-антропологическая. И тогда он у меня ответил, вот и правильно, так и надо. Объясню вам, зачем еще раз, для чего все это нужно нашим инопланетным друзьям сейчас, весь этот вот контакт с нами, контакт с Ириной. Потому что они хотят, чтобы жизнь на планете Земля у их, так сказать, детей, у их созданий стала счастливее. Чтобы мы смогли войти в Межзвездный Союз. Мы проводили опрос, серьезный опрос год назад по их просьбе на канале YouTube. Хотим ли мы физических доказательств контакта? Так вот, посмотрели этот опрос, этот ролик, больше 100 тысяч человек. А вы сказали, неважно какое, ну просто поучаствовали в опросе, порядка 10%. Остальным все равно, они, значит, им абсолютно безразличны. Поэтому пока никаких даже физ-доказательств нам давать
не будут. Тем не менее, в течение ближайших 80 лет при благоприятном развитии событий у нас есть шанс все-таки, чтобы открытый массовый контакт произошел, ну а дальше уже может быть и вступление в Межзвездный Союз. Ну так вот, преданно он так продвигал Кассиопею, ну хотя переменно преданно, потому что иногда мы с вами открывали, что у него какие-то отдельные донатские кошельки от Кассиопейского кошелька. Ну и вот в какой-то момент разделились они. Кассиопея сказала, что по политическим соображениям, какие-то там посты в Фейсбуке, которые могут опорочить их честь, а им нужно перед государством блюсти какой-то имидж. Законодательной базы нашего государства, которая могла привести к негативным последствиям, потому что он живет за границей, и ему абсолютно наплевать на наш проект. Человек, который живет за границей и имеет позицию, которая противоречит позиции и Кассиопеи, и вообще законодательству Российской Федерации о фейках. А если бы Владимира признали иноагентом, а по его информации, по его личным перепискам, которые он ведет с людьми, которых он даже не знает, это можно было сделать, то зарубили бы всю книгу. Эту книгу как не увидел бы никто. Он просто, видишь, ЦРУшник. Видишь, ребята, тем более, если он ЦРУшник, значит, нечего ему делать в нашем... Потом оказалось, что и с деньгами была какая-то заварушка. Гольдштейн себе подобрал контактершу по имени... По имени, как же ее зовут? Ладно, подобрал контактершу, с которой они контактировали и ходили на какие-то еще каналы, и к Ирине, в общем, как-то пытались о себе заявить в ютубном мире. Я могу жить в любом точке пространства на данный момент. То необычное явление, которое я вижу в глазах людей, которые обращаются к нам, к Кассиопее, каждый человек имеет возможность прийти и получить помощь. Причем не за деньги, за какую-то фиксированную, а за донейшн. И этим прекрасен, еще этим прекрасен этот проект. Ну и не захотели, как позже выяснилось, платить в казну Кассиопее 50%. А у Кассиопеи такая тема, кто примазался к этой организации, должен им дань 50% отстегивать в казну. Такие правила. В общем, Володя полез, куда ему не надо. Да. Он полез в политику, он начал распространять фейки, он начал говорить всякую ерунду про российский народ. Соответственно, я как руководитель принял решение вывести его из проекта, чтобы он не загубил весь наш проект. Далее, что касается Марины. Да, она сама, у нее пошла информация, которая противоречит той информации, которая идет через меня, и при моем вопросе, почему это происходит, она написала, что не знает. Потом она написала, что она не собирается под меня подстраиваться. У Марины поменялись кураторы, ребята. Да, и кураторы начали давать такие вам интересные вещи, которые настраивали вам страх и негатив. Она по своей воле вышла из проекта Кассиопея, и никто ее не выгонял. Ну, раз не собиралась Марина подстраиваться, ну, для меня это, конечно, не очень есть хорошо, потому что мы общаемся с нашим Мидгаскаусом, который приходит и говорит нам о том, что он такие вещи не говорил, которые говорит Марина. Ну да, там было тем более связано со здоровьем человека. Да, назначение препаратов и многого чего другого. Дело в том, что Марина училась у нас в проекте Кассиопея на условиях донейшн. По условиям нашего проекта, о которых Марина знала, заявление она писала своей рукой о том, что она согласна работать на условиях донейшн с людьми. И по условиям нашего проекта она... За то, что будет вводить к высшему я, естественно, будет 50% донатов оставлять себе, а 50% донатов перечислять в Кассиопею. После того, как она вышла в Ульцион, ни Максим, ни я ей слова не сказали о том, что она перестала выполнять это условие, о котором писала своей рукой. Ну вот, и то ли по политическим соображениям, то ли по финансовым соображениям отделилась вот эта вот часть Гольдштейна с его подобранной контактершей и... Называются они сейчас какая-то там осознанная школа. Я не могу столько очень нужной информации хранить у себя в голове. Вот они там тусят. У них те же самые персонажи, кураторы. Иисус к ним тоже приходит. Мидгаскаус тоже там постоянно сидит. Хотя мы-то знаем, что он постоянно сидит у Ирины. Так что как он при этом постоянно сидит у Марины, не знаю. Может быть, они как-то договорились проводить эфиры в разное время. Но теперь Мидгаскаусу надо будет как-то разделяться. Ну, либо он отправляет кому-то свою фантомную копию
такое тоже в этом сообществе бывает. Так вот, теперь у нас есть две Кассиопеи, которые контактируют с одними и теми же кураторами и говорят разную информацию. И вот теперь Кассиопеи приходят все время отвечать на вопросы. Какая же информация верная? Вот, ваши ученики, а вот эта вот подобранная контактерша прошла обучение, все у Ирины на тарелке прилетело к ней в какой-то момент. Чуть ли не сам Медгаскаус ее отвез, там легенда, очень красивая. И вот она тоже контактирует со всеми теми чуваками, и дают они ей другую информацию. И вот недоумевает теперь народ, как же так? Тут одно Медгаскаус говорит, там другое. Где настоящий Медгаскаус? Я вообще вам скажу честно и откровенно. Я считаю лично, как руководитель проекта, что она не отличает того, кто с ней общается. Почему Медгаскаус не поставит Марину на место? Мне и Марине Медгаскаус неоднократно говорил о той ситуации, которая возникла между Кассиопеей и Альционой. Я точно знаю, что Медгаскаус через Марину об этой ситуации говорил и Владимиру Вольштейну, о чем он мне сам заявлял и писал об этом. О том, что они не выполнили соответствующим образом правила того проекта, который сами строили. И вот говорят наши контактеры, ну вы уж это пропускайте через свое высшее я. А чтобы пропустить через свое высшее я, что нужно правильно пройти курсы похода к высшему я. Вернее, теперь не поход, а теперь это соединение. Мы будем давать обучение, программу, контактерству, походом к высшему, соединением, контактом с высшим я. Дорогой Иисус Христос, я бы хотел у тебя спросить, вот, чем отличается твой личный приход от прихода твоего фантома? Дорогой Максим, здравствуй. Я должен находиться одновременно в твоем теле, чтобы продолжать повышать вибрации тем людям, которые соединяются со мной в таинство причастия. Также я должен находиться в теле для поддержки других моих многочисленных фантомов, которые находятся во многих мирах со своими контактерами. Поэтому я всегда посылаю свой фантом либо в луч Христосознания. Благодарю. Да. Кто ты такой? Я Бог. Алло, полиция? Тут парень в спортивном костюме называет себя Богом. Знаешь, у нас на прошлом прямом эфире был Аштар, это командующий Звездного флота. Да, Мидгаскаус, Решиони мне об этом рассказали. Также я говорила с самим Аштаром из Бергастера, который живет на Бахале. Я-то... Вы точно бог? Грубиянка! Я самый настоящий бог. Отнесись ко мне как к тайне или чуду. Вы скорее подозрительный тип. Ходите в спортивном костюме грязной косынки. Нельзя судить людей по одежке. Скажи, пожалуйста, вот есть многие люди, которые... говорят о том, что вот мы сейчас в данный момент времени общаемся не с фантомом Иисуса Христа. Что можно вообще сказать по этому поводу? Вот общаемся мы с фантомом настоящего Иисуса Христа или мы общаемся с кем-то другим? Вместо того, чтобы перечить, будь кроток и покорен. Он правда безработный бродяга в спортивном костюме? Да, он безработный бродяга в спортивном костюме, который зовет себя Богом. Я являюсь первородным сыном Бога, логосом его творения. Как распознать, я ли это или кто-то другой? Здесь присутствует сейчас 24% моей энергии. 24% энергии моего астрального поля. И каждый, кто обладает духовной чувствительностью, может сейчас спросить себя, действительно ли это моя энергия, которую вы чувствуете. Проникся силой моего обаяния. Вымогательство чистой воды. Если вы не обладаете должной чувствительностью, определяйте по информации, которую я буду давать, отвечая на ваши вопросы. Также вы можете спросить об этом у своего высшего я, у своего сердца. Немало дурного случилось, но ты все же встал на путь истинный. Ну, есть такое. Просто я-то сам не может заработать на жизнь. Вот так вот. И еще в контактерской тусовке обсуждался за этот период момент, кто же может контактировать. Могут ли контактировать люди с нетрадиционной ориентацией? Интересно, сейчас говорится нетрадиционная ориентация. Делить на традиционную и нетрадиционную, наверное, уже тоже устаревший патриархальный подход. Короче, могут ли люди с негетеросексуальной ориентацией контактировать? Ирина говорит, что
Все возможно, но чтобы физически контактировать, все куда-то летать, нужно, чтобы не было половых контактов с представителями своего пола, иначе что-то с энергетикой случится и не взлетишься на тарелке. Максим говорит, что вообще это какие-то поломанные люди. И есть такой деятель, как Павел Ангел, который называет себя андрогином. И, естественно, расстроился такому положению дел, потому что он-то давно контактирует, а тут, оказывается, он какой-то поломанный, и стал записывать в ролике, что кто говорит, что я поломанный, сами вы поломанные. Скажи, пожалуйста, а что нужно для того, чтобы стать твоим контактером? Люди пишут, что хотят стать твоим контактером. Обязательное условие – это отсутствие каких-либо заболеваний сердца, или заболеваний, которые требуют приема медикаментов, а также аллергических реакций. А также отсутствие сексуальных заболеваний, снижение иммунитета. Что касается энергетических параметров, отсутствие ксенофобии, отсутствие страхов, отсутствие недоверия, уважение ко всем религиям и вообще к любому выбору духа. То есть, ну вот как отсутствие желания, но как спорить, он сейчас говорит, вот как доказывать свое. А что за священное орудие такое? Оно становится оружием в руках богов. С таким мне ничто не страшно. А, так это поэтому от вас никакой пользы. Человек должен быть достаточно спокойным, чтобы подходить нам по вибрациям, и чтобы у него не было повреждений энергоструктур. На физический контакт не подходят люди, которые практикуют различные гомосексуальные отношения, что относятся к мужчинам и к женщинам, так как от таких физических контактов с представителем своего пола на достаточно долгое время, бывает от 3 до 6 месяцев, повреждается аура, чакры, то есть от обмена своей энергии, свойственным этому телу. И это никак не повредит кураторам, которые прилетают на физический контакт. Но так как у представителей других планет аура достаточно плотная, сильная, то есть они сейчас показывают, как тут такой шар, а у тех людей она ослаблена, возможно, повреждение у самих людей. И потом могут быть вызваны различные заболевания. Ну и как тебе живется с Ято? Да уж, условия у него ни к черту. Я хочу сменить работу. Ну и правильно. А можно к вам? Здесь и меня достаточно. Действительно. Так, что вы можете сказать про Павла, который голос Богородицы? Ребят, я ничего не хочу сказать про Павла. Я знаю, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, они, может быть, конечно, являются чистыми контактерами, но сам факт, я, к счастью, понимаю энергетический посыл, когда двое мужчин друг друга любят, и понимаю, насколько это ломает сильно энергетику человека, я могу сказать только одно, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией — это люди с поломанной энергетикой. Не бывает никаких ятаистов. Я б лучше сбежала за границу, чем расхаживала в этой позорной одежонке. И какой девушке понравится это чудо-юдо? Чудо-юдо? С тобой никто даже за руку здороваться не будет. Знаешь, как у него ладони потеют? Мне, моему администратору, стали написывать часто вопросы по поводу проекта Кассиопея. Там какое-то последнее видео у них вышло на момент записи этого видео, сегодня какое-то 3 сентября, по-моему. Он якобы прокомментировал мою ориентацию, сказал, что геи — это люди с поломанной энергетикой, и они не могут быть нормальными контактерами. А Ирина Подзорова сказала, что я там с плазмоидами контактирую, там ничего особенного, делайте сами выводы. Каждый раз, когда заходит вопрос про нетрадиционную сексуальную ориентацию, Максим Русан бывает, что резко вспыляет, перебивает часто Ирину, кричит. Я просканировал их, посоветовалась с Архангелом Михаилом. И, в принципе, Михаил говорит, тут ничего удивительного нету, это просто нисхождение матричных полей, непринятие части своей личности. Максим Русан является латентным бисексуалом, который активно подавляет свое влечение к молодым юношам. Он очень склонен к сексуальным возбудимостям касательно юношей по типу меня. Молодых, таких до 30 лет примерно. И, соответственно, он страдает определенными психическими расстройствами, подавляя их регулярно, заедая, а возможно и запивая. Соответственно, также на все признаки лицо некой гипертонии, повышенной возбудимости и подавленной агрессии, вегита, сосудистой дистонии и истощения нервной системы. Наш клиент прямо тут! Нет! Я не... Прости, но честное слово, я не подглядывал. По поводу Ирины Подзоровой.
Здесь, понимаете, очень тяжело комментировать, права она или прав я. Я не стану говорить, с кем она контактирует. У нее свои кураторы, и действительно она выходит на связь со святыми и с ангелами. И бывает, получается, бывают какие-то помехи, все мы люди. Тем не менее, что я хочу сказать. Я вас призываю только к одному. Слушать своим сердцем. По моим сведениям, Ирина Подзорова является воплощенным ангелом, у которой пробудились ченнерские способности, которые дали этот дар для того, чтобы она проэволюционировала свой дух. Но остальное имеет личный характер, и я не буду это комментировать, потому что это достаточно интимная, конфиденциальная информация. Любое подношение должно идти впрок. Это закон. Живот болеть будет. Ничего. Боги не какают. Такие вот у них моменты. И вообще, кто так обзывается, тот сам так называется. И вот господин Русан, который его обвиняет в поломанности, сам на самом деле просто латентный гомосексуал. И на самом деле Павел ему очень нравится. Вот в этом вся и загвоздка. Так что любовь побеждает. Давайте мы сейчас с вами посмотрим, знаете чего? Посмотрим эфир, который ведет Ирина. Ой, Теле2, я занята. У Ирины тут случилось собрание межгалактическое. Прилетал Ашташеран, Бергастер, Лишиони. Бергастер, правда, всю дорогу молчал. Говорил только Ашташеран. Или я просто не досидела до того момента. Есть ДВГшник, я долго сидеть не могу на собраниях. Мне надо тут же начать бегать и прыгать. Вот так вот, со своим посольством. Я же танцую катхака, классический индийский танец при посольстве. И вот, когда какие-то посольские приемы намечаются, я какое-то время очень благородно на этих приемах присутствую, но в какой-то момент я не выдерживаю и начинаю уже бегать и прыгать, и меня выгоняют. Это наша обычная схема. Обычно это какое-нибудь выступление. Если я на выступлении, значит, это будет эстетично. Но вот после, если передержать меня в этих условиях, то начнется страшное. Ну, по моим меркам не страшно. Ну, что там, ну, бегаешь, прыгаешь. Спрыгнула со сцены. Делов-то. Но с точки зрения индийцев, работающих при посольстве, это, о боже, она спрыгнула со сцены. Такого же уровня скандал был, когда я взяла цветок в горшке и пошла с ним фотографироваться. Какая девчонка говорит: ой, какие цветы в горшке, вот бы с ними сфотографироваться. Я говорю: о, давай сфотографируемся. Беру этот горшок, иду. Сейчас фоткаемся с цветком. И тут делегация посольских индусов на меня. Посольским представителям, мне кажется, только по приколу все это. И, как правило, они уже к тому моменту сваливают и вообще даже не смотрят, что мы делаем. А если смотрят, то им по приколу, потому что им-то скучно. А вот наши, вот эти мелкие сошки, это все, о боже, нас сейчас наругают. Нас наругают. Вам за это платят зарплату 2000 евро вообще-то, чуваки. Так, о чем это я говорю? А, мы посмотрим сейчас собрание. Собрание инопланетное, где Ашташеран продиктовал правила правительства и через всех контактеров сказал: это должно быть донесено не больше, не меньше, а до Ассамблеи ООН. Вот так. У меня предложение. Давайте досмотрим новости в следующий раз. Очень хочется выложить ролик уже сегодня. Так что собрание мы посмотрим в следующей части этих новостей. И Раду не забудем. Так что пока что прощаемся, но продолжение следует. Кофуку, дай Коку, следите за магазином. А, стой! В смысле следите? С вас 528 йен. Приходите еще! Дай, 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 дай
Понимаешь, парень?